Маша с мокрыми волосами прибежала уже с плавания. Ходила сегодня первый день, да, Марусь? Как после большого перерыва, нормально? Устала, да? Волосы мокрые, но главное, что в маске. Ну и разбойник, конечно, тут ходит. Маш. Ай, стыдно, стыдно, соску скинул. Самый вкусный обед у мамы, да? Да. Да. Вкусно тебе, да? Вот так вот. А потом это все убирай. Дима, конечно, руки вымазал. Руками нельзя это брать теперь. Ай ты, Замазуркин. Зато было вкусно, скажи, да? Да. Весь в сметане. Ты не ты, когда надумал что-то сделать. Я решила сделать такую небольшую перестановочку. Вот этот Димин комод, который у нас тут стоит. И как бы уже Дима вырос. И вот этот весь сбор вещей, которых уже перебирать. И половина маленьких. Решила я туда в шифонер. Ну, в шкаф, в шифонер, да. Который тоже забит всем и вся. Тоже надо перерасхламить все. Коробки с обувью, их много. И я сейчас придумала в те пустые места. Я сейчас все пересмотрю. Все, что в скором времени носиться точно не будет, нужно отправить в дальний угол, скажем так. То есть там наверх детского шкафа. Туда вообще, в принципе, никто не добирается практически. Но главное помнить, что куда положил. Вот шкаф у нас темный внутри, знаете, так попадаешь в что-то неизведанное. Вот сейчас все коробки пересмотрю, а то адидасовских аж 3, а что в них, непонятно. Вот там сразу постирушки идут, потому что детки маленькие в доме. Вот, одним словом, занимаюсь полезными делами, использую время по максимуму. Представляете, обнаружила 2 чашки, покупала когда-то, ну вот они из одной серии, покупала она про запас. Вот, 2 есть вот там, вот там они лежали, там у нас полотенце, за полотенцами я спрятала чашки, ну, чтобы не разбивались. Все, комод поставила, сюда поставила те коробки, которые сейчас вот уже к зиме будут носиться, вот, а все летнее, все, что на каблуках, я отсюда убираю, потому что в ближайшее время я, конечно же, это носить не буду. Вот, ну и сейчас тут еще пару пакетиков надо разобрать. И здесь будет чистота, ну без помощника никуда. Так, чашки я отношу на кухню, теперь у нас места там много, можно там складывать. Ну что, расхламление у меня продолжается. Мы собрали вот такую гору всего и всякого. Бэби Берна, ну мы решили, так как мы уже расхламляли игрушки, мы оставили, решили, надо в какие-то добрые руки пристроить вот этих девочек, да, и не только. Потому что, ну, я не знаю, как бы девчачьи эти игрушки. Вот, так что вот собрали какую-то обувь тоже, тут одежда детская и не только. Решили вот этот коврик у нас, вот этот коврик, который детский, знаете, развивающийся. Тут я его собрала. Он, в принципе, неплохой, но я не знаю, что с ним делать. Ну, нужно куда-то пристроить, найти хорошие руки, поэтому сейчас мы это все отвозим, сдаем, раздаем, и мы молодцы. Так что вот на одного члена семьи Эмили, это у нас Эмили была. Вот, так что будет меньше. Все, вот этих кукол больших отдаем. Надеюсь, что Димасик будет играться в машинки. Тут уже, знаете, такие вот рукавички детские. Ну, девчачьи. То есть мальчику нет. Здесь девичок такой розовенький, девчачий. Ну, все девчачьи. Так что девчонки у меня уже выросли. А у мальчиков все должно быть другое.
Я говорю, посмотрите, она у нас действительно была как настоящий ребенок. И топульки мы ей покупали, и вот одежда, все как положено, и у нее горшок есть, и соска есть. Одним словом, вот настоящий ребенок, честное слово. Но уже время прошло. Вот я говорю, так вот берешь, ну действительно, скажите, Лялечка, Лялечка. Я говорю, как, похоже, да? У меня еще одна девочка, да? Мама с ребеночком. Здоровски, согласитесь. Сосочку, бутылочку, и можно нянчиться дальше. Девчуля, тоже голубоглазая, как я. Так что, ну, можно чуть поиграться, но все, будем отдавать. Знаете, у меня когда вот этот процесс расставания с игрушками такими, тем более, знаете, вот с такими выразительными глазами, я все время вспоминаю мультик «История игрушек», да, когда вот другие хозяева там тоже, и понимаю, что, блин, а вдруг они там не приживутся. Но я надеюсь, что другим девочкам будет тоже интересно поиграть с нашей Эмили. Вот, так что в нашей семье она уже отжила свое, так что пусть играются не другие девочки, малышки. А я тут готовлю быстро ужин. У нас сливочные грибочки такие, знаете, так, четвертинками, что ли, нарезала. Вот, сливки потом добавлю. Решила попробовать чесночком. Обычно лук добавляю, но, как бы знаю, тоже чесночок добавляют, поэтому добавила чесночок. И будут вот такие вот гнездышки. Вот. Хотя можно было их, конечно, знаете, запечь в духовке, сделать с фаршем, такие вот вообще, ну, настоящие гнездышки. Ну, не знаю, я думаю, вкусненько. Я люблю всякие макарошки, нас вообще все обожают макарошки. Поэтому будем вот такие вот гнезда кушать. Я уже в своей ванной, вы меня сегодня не видели. Такой день, знаете, как бы немного глобального расслабления, но я сделала то, что хотела. Я, в принципе, увезла все вещи, то есть мы очень хорошо расслабились. Я переставила этот комод, шифонер. Одним словом, ну как бы все так, как запланировано, так все и случилось. Вот, так что я немножко подвымоталась, сейчас пришла. Я на днях купила две масочки, ну такие, в принципе, которые я уже пользуюсь, только немножко как бы другого свойства. Вот такие вот две купила Skinic. Одна успокоительная, а другая для витаминная, для сияния кожи. И вот думаю, какую-то надо сделать после такого расхламленного денечка. Но я думаю, наверное, успокоительную такую для кожи. Успокоительная, да, неправильно как. Успокаивающая маску для кожи. Сейчас это все смою. Как бы у меня особо косметики нет, но она все равно есть. Вот, поэтому сейчас быстренько сделаем красоту. Вот. Сперва вытрем глазки. Виши у меня еще вот хорошо расходуется, очень экономно. Мне очень-очень нравится. Такой легкий персиковый, что ли, аромат. Ну, прям, знаете, как... В принципе, косметики практически ноль, но тем не менее. Умываться буду вот этим своим гелем, хотела сказать. Вообще, гели я очень люблю, но пенка, это, в принципе, работает отлично, просто отлично. Все, умываю дальше лицо. На совсем маленький горошек, вот так вот. Очень хорошо распределяется. Я вечером люблю использовать вот такую вот щеточку силиконовую. Она делает, знаете, заодно и массаж кожи. Мне очень нравится. Так, ну теперь все. Так, открываем нашу масочку. Открывается быстро, хорошо. Свеженько так пахнет, приятненько вообще. Ну понятно, все масочки пропитаны просто идеально. Я думаю, тут нечего говорить. Прям просто течет. Пахнет очень-очень приятно. Так, где у нас нос, где у нас чего? Так, главное, чтобы на меня налезла. Носик.
Ну что, мне подошло почти по размеру. Ну что, я пойду получать успокоение, пойду полежу, чтобы масочка хорошо поработала. После масочки я нанесу вот этот кремик-пробничек от Фрудия. Он такой довольно-таки легкий и хорошо впитывается тоже, все хорошо делает. Вот так что, а я с вами на сегодня буду прощаться, да, в таком вот немножечко страшном виде. Вот, спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, обязательно ухаживайте за собой, делайте себе приятности, либо успокоение, не знаю. Вот, так что, всем спасибо, увидимся в следующем видео.